Неоднократно залатанный гидроблок, устаревшее оборудование и кабели, не выдерживающие мощности. Все это можно наблюдать на Токтогульской ГЭС. Флагман энергетики Токтогулка имеет 4 гидроагрегата. Их не меняли с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году. Несмотря на то, что срок эксплуатации уже истек, агрегаты продолжали работать в штатном режиме. Но нельзя забывать, что железо тоже гниет. Поэтому в 2022-2023 годах два гидроагрегата ГЭС были полностью заменены. В этом году началась реконструкция третьего. Наряду с гидроагрегатами также будет обновлено дополнительное оборудование. Всего на ГЭС имеется 4 агрегата мощностью 1200 мегаватт. С 2021 года Токтогульскую ГЭС реконструируют. Заменили уже 2 агрегата, осталось еще 2. По плану, подрядная организация должна была забрать агрегат еще 20 февраля, но из-за холодов мы не стали этого делать и решили остановить его работу 5 марта. Если гидроагрегат не сдать подрядчику сейчас, его не успеют реконструировать к ноябрю. Новое оборудование, которое устанавливают на ГЭС, соответствует современным требованиям. Отметим, что техника автоматизирована. Сотрудники могут управлять ею с помощью компьютера. На сегодня идет замена второго агрегата. Сами видите, много оборудования устарело. Но, несмотря на это, работает. Управление агрегатом постепенно цифровизируется. То есть весь процесс работы будет управляться компьютером. Подобные масштабные работы продолжатся до поздней осени, отмечают энергетики. Помимо Токтогулки заменяется еще один гидроагрегат пионера среди гидроэлектростанций Ючкурганской ГЭС. Эта гидроэлектростанция введена в эксплуатацию в 1962 году. 4 гидроагрегата выдают 45 мегаватт электроэнергии в час. Замена агрегатов ГЭС, которые находятся в эксплуатации более полувека, необходимость, считают специалисты. Пришло время для полных модернизаций Ючкурганской ГЭС. По идее, срок эксплуатации каждого агрегата 30 лет. Прошло более 60 лет. Мы планируем каждый год сдавать в эксплуатацию по одному агрегату. Их 4, вы знаете. До конца ноября, дай бог, сдадим 4-й гидроагрегат. После модернизации мощность увеличится. Еще одним преимуществом замены гидроагрегатов является увеличение мощности. Например, гидроагрегат Ючкурганской ГЭС выдает 45 мегаватт в час. После замены она достигнет 54 мегаватт. Мощность блока той же Токтогульской ГЭС увеличится с 300 до 360 мегаватт. Эрмек Куренкеев, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.